Передив отправил мяч в свои ворота. Бенфика идет вперед по левому флангу. Подача в штрафную. Может быть, опасно. 1-0. Бенфика выходит вперед на 27-й минуте. Счет становится равным по сумме двух матчей. Это Рауль Хименес, которого вообще не должно было быть сегодня на поле. Если бы не травмы, если бы не дисквалификации других нападающих, он, может быть, только на замену вышел. И посмотрите, какая атака Бенфики. Для Рауля Хименеса это всего-навсего второй мяч в этой лиге.